Главный научный сотрудник Института водных проблем Севера Карельского научного центра Российской академии наук Николай Филатов награжден почетной грамотой президента Российской Федерации. Эта награда – заслуга не только моя, а целого коллектива исследователей института, где я тружусь уже 35 лет, отметил ученый. В Костомукше до конца февраля продолжится интенсивный отлов безнадзорных животных. Местные власти убедительно просят жителей городского округа проявить внимание к своим питомцам и не оставлять их без присмотра. Глава карельского Минздрава сообщила о привлечении в операционный блок Сартовальской ЦРБ новых специалистов и полном обновлении оборудования по программе модернизации первичного звена здравоохранения президентского национального проекта здравоохранения. Это позволило расширить спектр выполняемых операций. Бывший мэр Петрозаводска и экс-председатель законодательного собрания Карелии Николай Левин посмертно удостоен медали за заслуги перед Республикой Карелия. Указ подписал глава региона Артур Парфенчиков.